Здравствуйте. У меня тут случился перерыв в занятиях музыкой на 2 месяца. То в отпуск уезжали, потом у детей дистанционно будет учеба, потом вообще учеба, потом ремонт, потом, как обычно, спешка, гонка, конец квартала. В общем, 2 месяца прошло, наконец-таки я добрался до рояля. А тут мне на днях попался ролик, фрагмент из фильма «Ненастье». И там мне так музыка понравилась, что я решил ее подобрать. Вот сел вчера вечером, посидел до полночи, вот даже ноты записал, пришлось для этого их подучить. Но у меня тетрадки не было нотной, поэтому пришлось взять по старой школьной привычке листочек в клеточку. И в результате вот что у меня получилось. Ну вот как-то так. А теперь еще раз, только под аккомпанемент музыки из фильма. Там соло на трубе, поэтому я поставил режим электронного пианино, чтобы тоже получались долгие звуки. Надеюсь, будет похоже. Постараюсь попасть в такт.